Всем привет! В эфире новый выпуск ВГ Дайджест. Самое важное и интересное в ближайшие пару минут. Вы готовы? Тогда в бой! Теперь свободный опыт World of Tanks и World of Warplanes будет общим. Вы сможете добраться до заветного танка, налетав несколько часов в самолетах. И наоборот, в бодром танковом Рубилове добрать недостающий для ИЛа опыт. Но не забывайте, раз опыт общий, то и тратите вы его на оба проекта сразу. Будьте внимательны! Есть один вид спорта, который близок многим нашим игрокам. Там тоже нужно грамотно передвигаться и метко стрелять. Да, вы правильно поняли, Wargaming обратил внимание на биатлон. Теперь мы поддерживаем одну из лучших биатлонисток планеты – Дарью Домрачеву. Логотипы World of Warplanes будут сопровождать ее во время этапов Кубка мира. Этот сезон олимпийский, а поэтому особенно важный. Будем болеть за Дашу! Для многих из вас это уже не новость, но кое-кто мог пропустить. Знаменитый канал National Geographic в рамках цикла передач «Мегазаводы» рассказал о Wargaming. Всегда интересно взглянуть на себя со стороны, тем более, когда фильм снимают такие профессионалы, как National Geographic. Передача будет идти еще почти месяц, не упустите шанс посмотреть. Wargaming и CityLink продолжают радовать игроков в самых разных городах. Очередной турнир второго сезона «Время танков» пройдет в Ростове-на-Дону 8 декабря. Посетителей турнира ждут сражения лучших команд региона и шанс получить приз за игру в рандоме. Даже у тех, кому в этот день не повезет в битвах, будет возможность выиграть подарок. На этом все. Скоро увидимся. Пока-пока.